Аллилуйя. Я вас всех приветствую во имя Господа Иисуса Христа. Я вас всех видом кошторным именем Пана Иисуса Христа. В имя того, кто есть здесь. В имя того, кто есть обязанный тут. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что это не послание деноминации. Понимаешь, что не есть посольство до деноминации. Деноминации не его ждут. Деноминации штата не чекают. Они ждут, что он еще должен прийти. А деноминация ожидает на то, что Христос только мог принести. Но мы видим, согласно Писанию, что он здесь. Але видим в двух словах, что он уж есть тут. Потому что мы видим, что сам Господь сошел с возгласа. Понимаешь, мы видим, что сам Бог вступил с возгласа. Потому что в те дни, когда возгласится ему ангел. Понимаешь, в тамтых днях, когда оглашил ангел, был возглас. А то был глос. А этот возглас собрать должен был невесту. А тот глос повинен был сгромадить облюбеница. А если голос прозвучал? А як глос уж завжмял? Значит, будут люди, которые услышат этот голос. Это значит, что повинен быть те люди, которые услышат этот глос. И это голос слова на этот день. И то есть глос слова на ту годину. Это есть те семь таинственных громов? То и есть те семь таинственных громов. Которые прозвучали у нас по той седьмой печати. Которые завжмяли по той седьмой печати. Потому что мы видим, что седьмая печать – это печать конца времени. Понимаешь, видим, что седьмая печать, то есть печать часу остаточного. Пророк сказал, что седьмая печать – это печать для невесты. Проповедил, что седьмая печать, то есть печать для облюбеницы. Он сказал, что невеста собирается под седьмой печать. Он поведел, что облюбеница сгромазалась под седьмой печатью. И это седьмая печать – есть печать искупления. Да, седьмая печать – есть печатью откупления. Потому что каждая печать была печатью искупления. Понимаешь, каждая печать была печатью откупления. Под каждой печатью было слово. Под каждой печатью было слово. В виде символа. В постаче символе. Значит, под седьмой печатью тоже должно было быть слово. А то значит, что под седьмой печатью тоже должно быть слово. И тоже в виде символа. И тоже по стати символе. Аминь. Аминь. А разве пророк не сказал, что та палатка, которую он видел в видении, это была под седьмой печатью? А еще пророк не поведел, что там намет, который он видел в видении, то было под седьмой печатью? Разве не сказал, что встретится именно там с нами? Чи он не поведел, что он споткался аккурат там разом с нами? А разве Авраам не вошел в свою палатку вместе с Сарой? А чи Авраам не вшел до своего намету разом с Сарой? Аминь. Именно там произошло нечто, правда? Аккурат там еще было, правда? Аминь. А разве Исаак не вел Ребеку в шатер своей матери? А чи ж бы Исаак не впровадил Ребеку до намету своей матки? Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец. Дорогой Небесный Отец. Господь, благодарим Тебя, что мы собрались здесь. Мы Тебе, Пане, дякуем, что мы тут сгромадили сейчас. Во имя Иисуса Христа. Имя Пана Иисуса Христа. Тот, который собрал нас здесь сегодня. Тот, который еще нас громадил туда. Аллилуйя. Через слово этого часа. Через слово на ту годину. И мы просим, Боже, Тебя во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Пане, в имени Иисуса Христа. Господь Бог, отверзи ум к разумению Писания. Отвожь, Пане, разум для того, чтобы зрозуметь слово. То, что нам нужно сегодня, в этот день. То, что мы потребуем на дичайший день. В этом 2023 году. В этом 2023 году. Аллилуйя. В этом месяце апреля. В этом месяце квітня. Господь Бог, Пане, мы просим Тебя, Боже. Мы просим Тебя, Пане. Во имя Иисуса Христа. Именем Пана Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, хотел бы с вами открыть Иоанна 14:12. Приятели, хотел бы с вами отложить Евангелие Иоанна 14:12. И пока вы открываете это... И то пусть вы Иоанна 14:12. Скоренько, быстренько передам вам привет. Шипчутко прикажем вам поздравления. С тех мест, где мы были. С тамтых мест, в которых мы были. Передаю привет из Змійного логова. Приказує поздравления Змійного логова. Да. Тюрьма Змійного логова. Венджень, который называется гнездо змійов. То так называется венджень. Мало рыбок. Гнездо змійов. Это тюрьма в Литве. То есть венджень в Литве. А также находятся наши братья. Там рухни знайдуешь наше братство. Сестер там нет. Сестер там нема. Там только наши братья. Там только наши братья. Где мы имели честь проповедовать. Где мы имели честь, мы тут можливость площадь.
Там люди желают принять водное крещение. Там люди, которые есть право быть окщені в воде. И просили передавать приветы, и куда мы едем. Просили приказывать поздравления всюду, где они появятся. Там это такое название, тюрьмы змеиного лова. То есть, так и попросту, так и титул этого вінчення, жміїне, ну... Гнязда жміїне, скажем. Гнязда жміїне, так. Не звучит. То так и не в железоладне. Ну, так и есть. Ну, так и есть. Так и есть. И благодарение Богу, что Бог и оттуда имеет своих детей вытягивает. И дякую Богу, уже Бог и из этого места вытягивает своих детей. Также передаю привет и из города Вильнюса. Рубниш приказывает поздравление с места Вильна. Церкви брата Павла Степаненко. Из сбору брата Павла Степаненко. Также передаю привет из Каунаса. Приказывает поздравление Рубниш с Каунаса. Руслан Гинтас и брата Рупа, который там. Брата Руслана Гинтеса и тот сбор, который там. Что еще один? Все. Пусть Господь благословит. Мне Бог благословит. Откроем теперь то, что мы открыли. Отложим 12 главу. 12 раздел. Иисус говорит. 12. Не 14, 12. 14 раздел, 12 верстер. Истина, истина говорю вам. За правду поведам вам. Нам? Нам? Нам. Верующий в меня. Кто вижу во мне, а он есть слово, а он есть словом. Дела, которые творю я, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сил сотворит, потому что я к отцу моему иду. Кто вижу во мне, тем также доходовать бенди учинку, который я чиню, и верше на те чинить бенди, бо я иду до Отца. Так, и Римлянам 8.11. До Римлян 8.11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. А если Дух того, который Иисуса взбудил из мертвых, мешка вас, та дитин, который Иисуса Христуса з мертвих взбудив, оживи и ваше смертельное тело через Духа Своего, который мешка в вас. Аминь. 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 Присаживайтесь, пожалуйста. Сядайте, прошу. Мы благодарны вновь находиться здесь, на этом месте. Мы jesteśmy вдячны тому, что можем с повротом быть тут, на этом месте. Знаете, второй раз мы уже встречаемся с братьями. Ведь уже другий, по раз другий, спотыкаемся разом с братьями. И, как сегодня сказал, я чувствую, что мы становимся еще ближе. И, как я уже чуть-чуть поведяю, что чую, я тоже стаю с вами все раз ближе. Знаете, у невесты сейчас идет такое, как пробуждение. Ведь у временницы сейчас есть отбывающее так и все, как пробуждение. Невеста распознает. Облюбленица распознает, вот, кто есть кто. Кто есть кем. И когда уже сегодня пришел к братьям. И когда я дичей пришел туда к братьям. Как будто бы и не уходили. То такие выражения, что даже мы еще не разлучались. Знаете, мы сейчас в таком времени. Ведь мы сейчас есть в таком часе. Мы не в этом латийском периоде находимся. Мы не найдем еще в том окреще Лаодицеи. Хотя мы ходим по Лаодикии. Хотя не ходим по Лаодицеи. Мы находимся, пророк сказал, в другом периоде. Но мы еще, пророк поведет, что найдем еще в другом окреще. Когда время соединяется с вечностью. Когда в том часе, когда час лочище с вечностью. Я хотел бы зачитать. Хотел бы прочитать, то, как пророк сказал. Я бы тут и пророк поведем. Это проповедь невидимый брачный союз невесты. То есть сказание невидочный звезд земского любницы и невестского обойца. Невидимый брачный союз невесты Христа. Невидочный звезд. Облюбленица Христуса. Он проповедовал это в 65-м году. Он вот им глощив 65-м году. 25 ноября. 25-го пожирника. Это за месяц до своего ухода. Не, не пожирника, да,
Листопада, так. І замішав перед своїм одещем. Листопад, це точно знаю. Так. Замішав за своїм одещем. За місяць. 25 декабря пророка не сталося, і 25 ноября. Так, замішав до своєї одещі 20 пентео. І от одна маленька така цитата. І тут є такий малий цитат єдиний. І взагалі-то проповідь «Невидимий брачний союз». Огульне, то посельство, то казання невідочний зв'язок. Невідочний зв'язок? Чи маєте такий зв'язок? Язик польський. Помните основна мысль, яка була? Пам'ятаєте, який головний, головна мысль, яка була в тому казанні? Он берет Римлянам 7 глава. Он бежит до Римлян 7 розділ. Где как бы о браке и разводе. Где ніби там повідяно о молженстве и... О молженстве, так. Но он говорит, что там более глубокая картина открывается. Але он говорит, что там вірший, такий вірший образ есть отвертий в тебе. Он говорит, что это пророчество для церкви в последние дни. Он говорит, что то есть пророчество для костела в остаточных днях. И он говорит, что старый муж должен умереть. И он говорит, что старый муж повинен умереть. Чтобы церковь могла выйти замуж за другого. Чтобы костел мог выйти замуж за... Ну, вы замуж за иного человека. А кто тот старый муж? А кем есть этот старый муж? И он показывает старая натура. И он показывает, что это старая натура. Старый деноминационный муж. Старый муж деноминации. Старый период. Старый окрест. Потому что многие люди тогда выходили, следовали за пророком. Понимаешь, верю люди на тот день выходили и кручили за пророком. Но имели еще помазание старого периода. А имели еще одно намощение старого окресу. То есть этот шлейф за ними тянулся. Чили тен такий, тен шлях тянул уже за ними. Правильно понял, да? Нет, шлях, да. И знаете, пророк нам представил Христа. И видите, пророк нам задемонстрировал Христуса. Он же показал ту картину Гофмана, это облако. Он показывал тен образ Гофмана, тен облак. Он раскрыл полноту слова Сына человеческого. Отвожил певні слова Сына человеческого. И люди очень были те, которые очень влюбились в это слово. И было дуже таких людей, которые попросту закохались в этом слове. И жених. И облюбенец. Явился для того, чтобы взять именно замуж невесту. Оказывается, для того, чтобы пошлюбить облюбенницу. Правильно? Так или нет? Такая была задача его. Так и был цель его. И вот смотрите, но он не мог жениться. И это распущено. Он не мог ожениться. Он же не прелюбодей. Он все-таки не есть... То есть он не мог жениться на женщине, или он не мог ожениться на женщине, в которой жил старый муж. В которой мешкал старый муж. Потому что Христос, он не прелюбодей. Не может так. Хорошо. Он должен был исполнить свой закон. Он повинен так, выполнить свой закон. Выполнить. Потому что если женщина имела старого мужа живого, понимаешь, если кобета имела своего старого мужа и то живого мужа, он никогда такую не сможет взять замуж. Он не может так, на такую женщину. Поэтому именно как бы в этой проповеди он и раскрыл эту тайну. И для того в том казании он небы как бы отсланял эту таймницу. Он сказал, что это пророчество для церкви в последние дни. И он говорил, что то есть пророчество для кощела в днях остаточных. Чтобы была исполнена цель Божья. Для того, чтобы был выполнена цель Божья. Он желал соединиться в этом невидимом союзе. Он хотел, прагнул того, чтобы получить в том связку невидочным. Поэтому старый период должен умереть. Для того старый окрест повинен был умереть. Для того, чтобы родился новый. Чтобы родился новый. И вот в конце он говорит одну такую цитату. И на конце он говорит так и один цитат. Мы входим в другой период. Мы входим до иного окресу. Мы входим в период восхищения. Мы входим до окресу заплесения. Подождите. Зачекайте. То есть это что, получается, что мы уже не в седьмом периоде, что ли, живем? Что, входим на то, чтобы мы уже не мешками в седьмом окресе. Мы входим в период восхищения. Мы входим в окрес заплесения. Мы входим в другой период. Мы входим в другой окрес. 65-й год, 65-й рочник, уже декабрь месяц,
6 декабря. Пожерник, 6 пожерника. А остается меньше 3 недели до того, как уходит пророк. Зостає мені як 4 годні за грудня, грудня, прошу. Зостає 4 годні, за ним одійде пророк. Пропит современное событие проясняется пророчеством. В Казани новочесне видажение, которое отварте через пророцтво. Он говорит, он мовит, мы живем не в 50-часовом периоде. Мы живем не в окреще, живем швидковце. Мы живем выше, в другом периоде. Мы живем выше, в высшем окреще. Понимаете? Розумієте? Мы живем не в методистском периоде. Мы живем не в окреще методистов. Мы живем в другом периоде. Мы живем в ином закреще. Мы живем уже выше. Мы живем выше. В периоде невесты. В окреще облюбеницы. Когда церковь вызывается и собирается вместе для восхищения. Когда облюбеница есть громадище разом для заквицания. Аминь. Амин. Это другой период. То есть другой окрест. Это время соединяется с вечностью. То есть час, который лочится с вечностью. В прошлый раз мы говорили с вами, что мы не живем в Лаодикийском периоде. В этом разу мы говорили, что мы же не живем в окрещении Лаодицеи. Пророчество это будет самый короткий период. Проповедь, то есть наикрутший окрест. Посчитайте, какой был Ефесский период. Спустя, який был окрест Ефесу. Среди всех этих периодов самый маленький это Ефесский. Пошути всех окресов самый наименьший, то есть Эфес. Он говорит, что Лаодикийский будет самый короткий, короче Ефесского. А он говорит, что Лаодицейский будет круче от Ефесского. По времени если взять? Як взять вельду часу? То вроде бы уже все закончилось. То так, ніби уж все ще скончило. И Лаодикия умерла. И Лаодицея уж умерло, обумерло. Вы верите или нет? Вы этому вижите или нет? Потому что Христос все стою у дверей церкви и стучу. Понимаешь, Христос говорит, ото стою у дверей калача. И когда они отвергли слово. И когда они отжучили слово. Пророк говорит, при отвержении слова входит сатана. Пророк говорит, что когда зустало отжучено слово, то тогда сейчас входит шатан. Мы видим, что у них наступила тьма. Мы видим, что у них наступила темность. Как и в Египте наступила тьма. Так, как в Египте наступила темность. И последняя язва, это была смерть. И остатнюю кленску, то была смерть. После тьмы. По темности. Приходит духовная смерть. Приходит смерть духовная. После духовной приходит физическая. По духовной смерти приходит физическая смерть. Поэтому видим, что этот период уже сужен. И для того видим, что этот окрест уже есть осознанный. Поэтому Бог должен был послать силу откровения для невесты, чтобы вызвать ее с этого мертвого периода. Для того Бог повинен был послать ту мощь объявления для облюбеницы, потом, чтобы вытянуть ее с того окреса. Поэтому мы входим в другой период. И для того есть написано, что входим до другого окреса. Мы входим в период восхищения. Мы входим до окреса закрицения. И он говорит, это состояние восхищения прямо сейчас в нас. И он говорит, что то есть стан захвицения, который отбывается беспошредственно в нас. Аминь. Аминь. Если мы видим, каждому периоду было слово. Как видим, что до каждого окресу было слово. Значит, для периода невесты тоже есть слово. То значит, для окресу облюбеницы тоже должно быть слово. Аминь. Если мы видим, что здесь Святой Дух действовал по мере. Как видим, что тут и Дух Святой делал так, чинщого. То в периоде невесты. То в окреще облюбеницы сам Святой Дух, полнота Духа, сам Дух Святый, певня Духа, входит сегодня в сердца верующих, входит еще в сердца верующих. Почему? Для чего? Потому что Бог послал откровение для невесты. Для того, что Бог послал объявление для облюбеницы. И мы с вами перешли от пророка, который Илия. И мы с мамой пришли от пророка, который с Ильяшем, который пришел в конце Лаодикийского периода, который пришел на конец окресу Лаодицеи. И мы перешли к его пророчеству. И мы пришли до его пророчества. А его пророчество, он говорит, это группа Святого Духа. А ту его пророчество, он говорит, то есть группа Духа Святого, будет идеально подходить под этот заглавный камень. Будет идеально пасовать под этот венгельный камень. Камень венгельный. Вопрос. Питание. Где эта пирамида строится? Где эта пирамида в Огуле будующая? Где -то? К чему относится эта пирамида? Чего тут дотычит эта пирамида? Мы видим, одна относится к периодам. Видим, что тут дотычит окресу. Она относится к церкви. Она дотычит кощела.
Она относится к индивидууму. Оно дотыщи индивидуальне. Она не только на картинке. Он то не есть только на образку. Но она также в сердцах верующих. Но так рухнешь и в сердцах вижонцы. Где эта пирамида? Где эта пирамида? Будет проявлена. Будет проявлена. Вот здесь. Туда. В индивидуумах. В индивидуальне. Потому что он говорит, здесь именно находился Святой Дух. Бо он говорит, аккурат тут еще знайдовал Дух Святый. Пророк говорит, что Святой Дух запечатлевает все эти семь добродетелей. Пророк говорит, что Дух Святый печатует и все щедрым добродетелем. Можем аминь сказать на это? Мы можем на то повідомити. Ведь чьи это добродетели? Чьи это добродетельство? Церковные или Христа? Кощельные или Христуса? Это, аминь, это добродетель Иисуса Христа. Амин. То есть... Это его характер. То есть цех и Христуса, то есть его характер. Амин. Это его вкус. То есть его смак. Это его качество. То есть его якость. И это то, на что сходит Святой Дух. И то есть то, на что стимпует Дух Святый. И это то служение. И то есть та услуга. Которая переводит нас. Которая нас спроваза. Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше сих. Учинки, которые я чиню, и вы учините, и понад то. И так мы видим, если это период восхищения. Więc видимо, что скоро то есть окрес захвицания. А восхищение? А захвицания? Это не то, что будет. То есть не то, что... То, что бенджи. А это то, что есть сейчас. То есть то, что деешь и терас. В проповеди пасхальная печать. В Казанию Великоросна печень. 65 год. 65-й рочник. Крещение Святым Духом. Шесть Духом Святым. Признало нас в Иисусе Христе. Узнало нас в Христуще Иисусе. Ну. Крещение Святым Духом признает нас только в Иисусе Христе. Шесть Духом Святым узнает нас только в Иисусе Христуще. А Христос есть Слово. А Христос есть Слово. Дано на этот час. Которое издано на ту годину. Мы воскреснем. Мы с мертвых встанем. Это так же точно, как Он воскрес. То есть доплатно так само, как Он с мертвых встанет. Потому что потенциально мы уже воскресли в Нем. Понимаешь? Потенциально мы уже с мертвых встанем в Нем. О, аллилуйя. О, аллилуйя. И вы оживлены. И вы есть еще оживлены. И эта оживляющая сила, и там мозг оживляется, приводит ваше тело в состояние восхищения уже сейчас. Допроводит ваше тело в стан захвицения уже сейчас. Где это происходит? Где то, что отбывает? Вот здесь. Сюда. Когда мы перешли от пророка к его пророчеству. Когда мы перешли от пророка до его пророчества. Если это период восхищения. А если это, если это период восхищения, а как то есть окрес захвицания, значит это период невесты, то значит, что то есть окрес облюбленицы, значит должно быть слово, то значит, повинно быть слово. Если есть слово, а как есть слово, значит есть дух, повинен быть дух, который не оживляет это слово, который повинен оживить то слово. И эта сила преображения, она находится уже сейчас в нас. И та моц пшмяны, она знайдующая юж терас в нас. И это тайная сила преображения в нас. И та таймничая моц пшмяны в нас. Приводит нас к завершению. Аллилуйя. Добровадза нас до закончания. Аллилуйя. Проповедь единства. В Казанию едность. Он говорит. Он вызвал избранных, чтобы создать лютеран. Он выволил выбранных, чтобы створить лютеран. Он вызвал избранных из лютеран, чтобы создать веслиян. Он вызвал, поволил выбранных с пошлют лютеран, чтобы створить веслиян. Он вызвал избранных из лютеран, чтобы создать веслиян. Оттуда он вызвал избранных, чтобы создать пятидесятников, а из веслиян вызвал избранных. А сам он из веслиян выбрал выбранных, чтобы створить жиро-швентовцев. Из пятидесятников он вызвал, чтобы создать заглавный камень. А жиро-швентовцев поволок потом, чтобы из них створить камень венгельный. Из пятидесятников он вызывает, чтобы составить заглавный камень. Жирен Швенковцев он поволок, чтобы створить венгельный, камень венгельный. Заметьте, вызвал лютеран из католицизма. Зауважьте, выволок лютеран с пошут католиков.
Веслиян из лютеран. Который Веслиян, то есть пошук лютеран. Из Веслиян пятидесятников. Из Веслиян в дожирном шминковцов. Из пятидесятников, с пятидесятников вызывают, чтобы составить заглавный камень. А жирном шминковцев вывалует, чтобы створить с того камень венгерный. Чтобы составить заглавный камень и войти в него. И чтобы створить этот камень венгерный и вечь в него. На нее сходит точно такое же служение. На ней стимпует такая сама услуга. На нее сходит точно такое же служение. На нее стимпует такая сама, докладе такая сама услуга. Аллилуйя! Вы говорите, что сходит на нее точно такое же служение. Разумеете, что на нее стимпует докладе такая сама услуга. Как? Яко? Через откровение. Попшис объявление. Посредством откровения. Попшис объявление. Для невесты восхищение – это откровение. Для влюбленницы заключение, то есть объявление. Люди говорят о крещении Святым Духом. Люди говорят о крещении Духом Святым. Крещение Святым Духом всегда связано со Словом. Крещение Духом Святым всегда связано со Словом. Если ты говоришь, что ты получил крещение Святым Духом, как ты твердишь, что шимаешь крещение Духом Святым, но ты не получил откровения этого периода, але ты не отшимаешь объявления того окресу, то твое крещение Святым Духом временное, то твой крест Духом Святым он станет тимчасовый. Пророк говорит, вы каждое собрание можете получать крещение Святым Духом. Пророк говорит, что вы на каждом едном сгромозении можете отшимывать крест Духом Святым. Но настоящее подлинное крещение Святым Духом, але правдивый крест Духом Святым, а это когда ты принимаешь то слово, которое Бог послал на твой период времени. То в тебе отбиваешь, когда ты принимаешь то слово, которое Бог послал на твой окрест часу. Значит, на этот период времени, на тот окрест часу, есть слово. И невеста будет завершение всех писаний, которые даны для невесты. И облюбленница будет концовым письмом, которое будет дано для облюбленницы. Проповедь откровения Иисуса Христа. Указание объявления Иисуса Христуса. Верующий в дела, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. Вижом цивильные учинки, которые я шею, и он учинит. Это проповедь 60-го года. То есть указание 60-го Иисуса Христа. Объявление Иисуса Христуса. Смотрите. Спустите. Совершит те же дела. Учините сам учинки. И больше этих. И навык понад. Потому что Христос не мог проповедовать о крещении Святым Духом. Понимаешь, Христос не мог глощить о крещении Духом Святым. Скажите, пойдите кому-то в церковь пятидесятников. Пойдите кому-то там до кощела женщин-ковцов и повесьте вот так. Вас палками тут выгонят. У вас там киями в пентус там. Это, наверное, и вы тоже удивлены, да? Это не мы слова. Вы тоже кстати, повездивены стоят. Але это не есть мое слово. Христос не мог проповедовать о крещении Святым Духом. Христос не мог глощить о крещении Духом Святым. Это было бы большим. То бы было бы вершим. Он не мог принести это им. Он не мог этого им принести. Потому что Святой Дух еще не был дан. Понимаешь, Дух Святый еще не был данный. Но когда пришел Иисус и отдал жертву свою жизнь. Але когда пришел Христос и отдал себе самого его офяры, и вернулся Святой Дух, и Дух Святый повручил, тогда они могли наделять людей вечной жизнью. От там-то они могли жить люди жить им вечным. А то и есть большие дела. А то и есть те верхшие учинки. Братья, я это вам послание показываю. Протестово, я это вам не туда, меня. Я туда и показываю это посельство, то это не есть мое. Мы должны понимать, какая жизнь находится в нас. Мы повинничьми разуметь, яку мыщ мы пощадаем, яким мыщ мы житие пощадаем. Мы должны разуметь то откровение, которое в нас. Мы повинничьми разуметь то объявление, которое есть в нас. То откровение, которое в нас, оно дает жизнь вечную. То объявление, которое есть в нас, оно дает жизнь вечную. Всем подряд? Шести по голове? Нет. Нет. Семя пробуждает семя. Нащение побуждает нащение. Христос Марии. Христос Марии. Которого она была носила. Которую она в собе носила. Это было пришествие, открывающееся в ней. То есть было пришествие, которое было отверано в ночь в ней. Оно могло пробудить не всех. Оно было в стане убудить, но не всех.
Елизавета, Эльжбета, когда услышала имя Иисус, имя Иисус, пробудилось вера, пробудилось женщение. Другие пробудиться от этого не могли. Але інне от того не могли прибудіще. Невеста, облюбленица, в этом периоде, окреще, принявши слово на этот период, которая приняла слово на ту годину, она имеет, она ма, ту силу, которая может пробудить семя. Она ма в собі ту мощь, которая в стані будет нащення. Почему Иисус и не мог крестить Духом Святым? Зачем Иисус и не мог крестить Духом Святым? Потому что это обетование Он оставил для своей церкви. Для того, чтобы Он ту обетницу заставил для своего кощела. Аллилуйя. В проповеди сказано слово есть оригинальное семя. То есть в том казании вымовлено слово есть оригинальное нащение. Он говорит, посмотрите. Он говорит, слушайте. Как приходило слово семя? Як, в який спосіб приходило слово нащення? Через кого приходило слово? Через кого приходило то нащення? Прийшло через тіло. Приходило попшез тіло. Через тіло Філіпа. Попшез тіло Філіпа. Правда? Правда. Посмотрите, когда апостол Павел, да, Савл, повстречался со столпом огненным. Спуще, як апостол Павел, Савл, як он споткався з тим супом огнистим. И когда Бог приходит к Анані, пророку, Коли Бог пришел до Анании, до пророка, я говорю, пойди, ему, да, там Савл. И ему ему, и там, там вот, и до того, до Савла. И помолись за него. И помолись за него. Скажите, что Бог сам не мог прийти дать зрение тому Савлу? Повесьте, а чи бы сам Бог то не мог прийти до того Павла и дать ему взро? Что, бессильный такой? Что, он был на тиле есть бессильный? Пророк говорит. Пророк говорит. У Бога есть программа. Же Бог пощада програм. У Бога есть принцип. Бог пощада засади. Бог сказал, что буду вас. Бог повідив, що буде в вас. И через вас буду совершать больше дела. И буде попшез вас чинив більші учинки. Поэтому Анания начал возмущаться. Для того Анания начал бульверсовать так. Он начал Богу рассказывать, кто такой Савл. Он начал попросту Богу тлумачить, кем есть этот Савл. О, Господь, да ты, этот человек уже столько зла сделал. О, паня, прежде чем человек, ты злого учинил. Как будто бы Бог об этом не знал. Ни Бог один не видел. Но Бог должен был через свое тело. Але Бог повинен попшез свое тело. Потому что Анания был также телом Господа Иисуса Христа. Понимаешь, что Анания, он был румнеж телом Пана Иисуса Христуса. В день Пятидесятницы родилось тело из многих членов. В день Жирония Швед уродилось тело с верю членов. И вот именно через Ананию должна была прийти эта жизнь. И то аккурат по шестого Анания, что повинно было прийти то жизнь. Тот день на Голгофе. Казание тот день, тот день на Голгофе. Теперь обратите внимание. Это разрушило. Большие дела. Вергшие ученики. Это иметь силу церкви не только исцелять больных молитвой. То пощадок моц Божий не только уздравить попшез молитвы. И занять бесов молитвой. Або выпензать демону попшез молитвы. Но и наделять верующих вечной жизнью. Але также и обдаровывать вежонцых житим вечным. Святой Дух тогда пришел и был отдан в руки церкви. Дух Святый тогда пришел и был отданный в руки кощола. Чтобы наделять жизнью, чтобы обдажить житием. О, вот что значило Голгофа. О, вот это значило Голгота. Опустившийся, деградировавшийся людей, она взяла и подняла до положения сыновей и дочерей Божьих. Тих людей, которые сдеградовали, которые попросту, ну, уж были опущены, она поднесла и учинила из них сыну и цурки Божьи. Чтобы исцелять больных и наделять вечной жизнью. Чтобы уздравить хворых и обдажать житием вечным. Давай Святого Духа послушным верующим. Давай Духа Святого тем вежонцам, которые есть послушны. Людям, которые ранее были неверующими. Люди, которые кедыш были невежонцами. Стали верующими. Але стали вежонцами. И наделять духовной вечной жизнью. И обдажать их духовным вечным житием. Аминь. Аминь.
Что же привлекает на горе 65-й год? Что тут, что привабит на той гуже 65-й годочник? Так что я полностью сконцентрирован на этом послании. Также я целковите скупен и ест на этом посольстве. Это и есть тот третий рывок. То есть тот третий потягнение. Именно по отношению к нему, кура в стосунку него, я должен быть верным и почтительным. Я повинен быть верным и шануемцем. Обратите внимание, на чем он должен быть сконцентрирован? Зручьте увагу, на чем он должен быть скупенным? На этом послании. На тем посольстве. Чем является это послание? Чем есть то посольство? Третий рывок. Третий потягнение. Что есть третий рывок? А чем есть третий потягнение? Это когда Бог говорит. То тогда, когда Бог шимавя. Мы видим проявление этого третьего рывка. Мы видим прояв, демонстрацию того третьего потягнения. Кетирайт его проявила? Попшес кетирайт. Была демонстрация третьего потягнения. Как у нее получилось? В який способ у нее отбилось? Она имела почтение к тому, что говорил пророк. Она имела шацунок до шестого того, что мовил пророк. И Святой Дух. И Дух Святой. На ухо сказал пророку. На ухо поведел до пророка. Пусть она скажет, просит, чего желает. Нех она выповед то, чего прагнет. Почему Святой Дух позволил так сказать? А для чего Дух Святой позволил ей на то, чтобы еще она так поведела? Она была готова к проявлению третьего рывка. Понимаешь, она была на тот момент готова до задемонстрирования третьего потягнения. Потому что она полностью была посвящена этому посланию. Понимаешь, она целковито была посвящена этому посольству. Она внимала каждому слову, которое говорил пророк. Она уважала на каждое это слово, которое выповедал пророк. Ее мотив и цель была только одна. Ей, она имела пощадовала только одну мотивацию. Она имела бремя. Она имела бремя. За кого? За кого? За своих сыновей. За своих сынов. Что она тогда сказала? Что она тогда поведела? Хочу моих что? Чтобы что произошло с сыновьями? Кто помнит? Хцем, что хцем? Чтобы что отбылось с моими сыновьями? Кто помнил? Кто помнил? Спасение моих. Аминь, братья. Спасение моих сыновей. Она изрекла слово. Она выповедяла слово. Чем являлось это слово? А чем было то слово? Жизнью вечной. Житель вечный. Понимаете, когда она, разумеете, когда она с почтением отнеслась к этому посланию, шацун, мяла шацунок до того посольства, Бог приготовила к этому моменту, Бог ее ушиковал до того моменту, чтобы она изрекла это третий рывок, чтобы она выповедяла то третье потягнение, относительно своих сыновей, стосунку до своих сынов. И он сказал, я даю тебе их. И он поведел, выповедил, я тебе даю их. И они покаялись. И они побудовали. Что это было? Что это было? Это было семя вечной жизни. Это было насчение жития вечного. Вы нигде этого больше не найдете. Вы нигде, нигде этого никогда не найдете. Нигде. Ни один служитель. Жаден успоем. Вне этого послания не сможет такое продемонстрировать. Тут есть поза, ты посольством не дорады этого задемонстрировать. Вот почему невеста так же сконцентрирована на этом послании. Вот для чего прибедиться есть так само скупена на тем посольстве. Потому что это послание и есть для нас третье. Понимаешь, то посольство есть для нас тем третьим потягнением. Потому что это не послание брата Бранхама. Понимаешь, что не есть посольство брата Бранхама. Это послание Святого Духа через брата Бранхама. То есть посольство Духа Святого Попши с брата Бранхама. И слово, которое было изречено через пророка. И то слово, которое было выповедяно Попши с пророка. Оно сегодня, заметьте, имеет силу. Оно дичь, зауважьте, пощада моц. Оно имеет помазание. Оно манамощение. И оно ожидает, и оно ожидает, когда церковь войдет в ту позицию, в то состояние, когда кощу войдет в ту позицию, в тот стан, чтобы проявить это третье рывок. Чтобы задемонстрировать это третье потягнение. Аминь. Проповедь мы увидели его звезду и пришли поклониться ему. В Казани мы увидели тут вязаную, пришли, что мы поклонились ему. Он здесь молится. Он тут молится. Мы благодарим тебя. Мы дякуем тебе. Что мы несущие свет в этом веке, что мы стоим теми, которые несут святость в этом веке, находимся здесь и найдем еще туда, готовы проявить обещанное слово для века, в котором мы живем. И стоим готовы задемонстрировать то слово, которое было обещано на тот окрест часа, в котором мы живем. Зная, что вначале ты распределил свое слово
Везус, вот уже на початку ты так уформовал свое слово. Знак конец от начала. Везус конец от початку. Каждый период. Каждый окрест. И ты отвел свое слово для того периода. И ты ушиковаешь свое слово для того окреста. Ты отвел свое слово для этого периода. Ты ушиковаешь свое слово для того окреста. Для этого периода. Для того окреста. Для этого окреста. Но этот период, который мы сейчас живем, але ten okres, который мы обесні мішка. Період невести. Окрес облюбленицы. Это заключительный период. То есть концовый окрес. И будет заключительный голос. И будет концовый голос. И дух и невеста говорят. И дух и облюбленица мовят. Аллилуйя. Во всяком случае мы не знаем, как это вообще произошло. В каждом разе мы не знаем, в який способ то все было. Но в каждом из всех периодов, когда мы оглядываемся на твое слово, с каждым только окресом, где мы подшим на твое слово, и мы видим, что в том периоде приходило помазание, и мы видим, что на там окрес приходило намощение, исполнявшее это слово, которое выконывало это слово. И для тех дней, в которых мы сейчас живем, и для тех дней, которые еще мы живем, отведено слово. Есть отделенное слово. Обетование для этого века. Обещание для этого века. Обетница на тен век. Мы верим, что Святой Дух сейчас здесь на земле. Мы верим в то, что Дух Святый сейчас тут на земле. Пытается найти сердца. Пробует зналичь сердца. Чтобы проявить и осуществить. Чтобы задемонстрировать и зищить. Доказывая слово, которое ныне пророчествовано для этого дня и часа. Которое удавать это слово, которое было на день, которое было пророчествовано. Еще раз, доказывая слово. Чтобы проявить и осуществить, доказывая слово. Чтобы задемонстрировать и зищить удовольненное слово. Которое ныне пророчествовано для этого дня и часа. Которое еще есть пророковано на тот день и на тот час. Итак, мы видим, что в периоде невесты есть слово. Видим, что в окрасе костелов есть откровение, есть объявление, пророчество пророком в конце периода, которое было оглашено через пророка на окрес, на тот остаточный окрес. И в 63-м году, на 63-м году, пророк говорит, пророк говорит, в седьмой печати, в чудной печати, что мы при открытии седьмой печати, что мы стоим при отварке чудной печати. И когда он говорит, что по завершении седьмой печати, а когда он говорит, что на концу чудной печати, потому что каждая печать должна иметь период, понимаешь, каждая печать должна иметь окрес, слово, символ, символ, видение. Верьте этому. Верьте этому. Потому что так печать пророк сказал. Понимаешь, так пророк поверил в печати. Если увидите, допустим, возьмете первую печать. Как, повесь, мы возьмете прикладовую первую печать. Она срывается. Она из отварта. Мы там что-то под ней видим. Мы все, что там под ней видим. Выходит садик на белом коне. Выходит, ездит на белом коне. Это слово. То есть слово. В виде видения. В виде символа. Яко символ. Мы видим, что первая печать. Мы видим, как первая печать охватывает первые три периода. Она как бы огарня первые три окреса. Первый, второй, третий период. Первый, другий, третий окрес. Это была первая печать. То есть была первая печать. Четвертый период. Четвертый окрес. Колумба. Колумба. Темное средневековье. Темные веки. Это была вторая печать. То есть была другая печать. Садик на красном коне. Ездит на червоном коне. Когда церковь и государство соединились вместе. Когда кощу и панство получили еще разом. Третья печать. Третья печать. Вороной конь. То есть черный конь. Черный, да. Вот. Он захватывает уже пятый, шестой и также седьмой период. Он так обеймует пятый, шестой и седьмой окрес. Эта печать также имела символ. Та печать так, так само посчитала символ. Слово. Слово. Также имела период. И также имела образ. Три периода. Три образа. Последние. Остатние. Значит, первая печать имела первые три периода. Первая печать имела три первых образа. Она имела начало. Она имела почему-то. Она имеет конец. Она имеет конец. Включается вторая печать. Влачишь это раз другая печать. Значит, первая печать имела начало и конец.
То значит так же, первая печать мяла почем-таки конец. Значит, конец, это уже, если взять конец, то это уже история. А як то, повесь, уже вжет же то есть конец, то ту уж ниже то есть его история. Теперь вопрос. А теперь питание. Пятая печать. Пятая печать. Она что-то имела или нет? Она что-то мяла? Сорвана. Киды была отварта, что-то мяла под солом. Что видели под пятой печатью? Что замочили под пятой печатью? Увидели души под жертвенником. Замочили мы души под алтажем. И было что-то дано. И что им было дано? И он раскрывает тайну, что это были евреи. И он отверг таймицы, что это были жиды. Эта печать говорит, длится вот отсюда и до... И он мой же дал печень темнейший Аштон и до... Второй мировой войны. До другой войны святой. Мы видим шестая печать. Мы видим же шуста печень. Пророк тоже сказал, но что-то имела. Пророк поведел, что она тоже что-то посчитала. Она имела землетрясение. Она имела ощущение жени. По шестой печати. То по шестой печати. Она также является печатью искупления. Она также есть печатью выбавления. Потому что каждая печать также печать искупления. Понимаешь, каждая одна печать, то есть ровнишь печатью выбавления. Если пятая искупила евреев. И как пятая, повесь, мы откупила жидов. То шестая печать теперь. То шуста. Будет искупление земли. Будет откупление земли. Искупление 144 тысяч. Откупление 144 тысяч. Бениамина последнего, да? Бениамина последнего, так? И неразумной девы. И глупой панны. Значит, седьмая печать. Или седьмая печень. Должна также иметь период. Повинна иметь даже окрес. Должна, значит, шестая печать имеет также, будет иметь историю свою. Очевидно, шестая печень будет иметь свою историю. 3,5 года, да? 6,5 лета, так? Она же имеет официальное завершение, это 3,5 года, шестая печать, это период скорби. Так, официально она имеет 3,5 года, и по этих 3,5 года, то начинается окрес... 3,5 года. Утиск, прошу. Значит, седьмая печать. Седьмая печать. Когда она начнется? Когда она распочнется. Там будет полная тишина. То должна быть тиша, соковито тиша. Мы так прочитали? Седьмая печать тишина там имеется? Мы так прочитали, что же седьмая печать, что есть тиша. Читали, что все нормально, не тяжело. Не что за тяжкое, все сдобно. Это все в послании часа есть. То все знайду еще то в посредстве на ту годину. Только пророк мог сорвать эту седьмую печать. Только пророк мог взорвать. Открыть эту седьмую печать. Отложить ту седьмую печать. Заглянуть под эту седьмую печать. Зайжить под ту седьмую печать. И посмотрите все, что он увидел под той седьмой печатью. И спустя. Все то, что он забачил. Это связано с невестой. То есть там звезд... То все связано с влюбленницей. Это связано с этим периодом. То есть связано с тем окресом. А это период какой? Какой? Який то есть окрес? Период невесты. То есть окрес влюбленницы. Период восхищения. Окрес заквицения. Аллилуйя. Вот почему, когда он заглянул под эту седьмую печать, он для чего? Когда он зайшел под ту седьмую печать, он видел ту великую личность. Он забачил там ту великую постать. А кто эта великая личность? А невеста великая постать. Какой-то муж? То есть какой-то муж. Проповедник? Казнодея. Восьмой послание. Восьмой посланец. Пророк дал ответ. Пророк дал ответ. Мне должен умоляться. Я повинен... Хотян креститель. Я должен уйти, чтобы ему возрастать. Як я мститель повинен одеть, чтобы он мог взрастать. Поэтому пророк и уходит 25 декабря 65 года. Для того пророк и отшит 25 грудня, так? 65 року. А это великая личность растет. А та подвижна особа взраста. А где эта великая личность растет? А где она взраста, та особа? Вы мне ответите, где растет Христос? Вот повесьте мне, где он рожден, Христос? Аминь, брать, вот где растет Христос. Амин, братец, вот где рожден Христос. А семена как растут? А насчение як рожне? В тишине. В тихоще. В тишине. Понимаете, пророк сказал, будет тишина. Проповедь, какое-то время. Будет тихоще, але як час. И по завершении седьмой печати. И на концу, седьмой печати. Узнаете, кто есть Бог. Вы доверите, что кем есть Бог. Какова его сущность. Яка его природа. Кто есть вы.
Ким вы есть? И он говорит, что динамика этой церкви будет перенаполнение Святым Духом. И он говорит, что динамика у этого костела будет перепевнение Духом Святым. Аллилуйя! Аллилуйя! И он сказал, мы приедем на третий львов. И он говорит, что мы задемонструем это все. Мы входим в эту палатку. Мы входим до этого намета. Потому что мы входим в видение пророка. Понимаешь, мы входим в видение пророка. Потому что мы видим, что в палатке произошла перемена. Понимаешь, видим, что в тем намете отбылась перемена. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы видим, что пророк, когда увидел эту палатку. Мы видим, что когда пророк увидел этот намет. Это был символ. То есть был символ. Поэтому многие сегодня палатку ждут. Для того верю, те, что ожидают на ноги, на этот намет. Многие ждут, пока пророк вернется. Верю, ожидают, допоки пророк вручит поворот. А невеста знает, чего ожидает. Аллилуйя. Она ожидает. Она ожидает свой третий рывок. Она ожидает свой третий протягнение. Аллилуйя. Проповедь шалом. Казань шалом. Мы же пели не напрасно. Мы же все-таки туда не на марку шпевали. Молодцы, Господь, брат, хорошо поешь. О, мягкий Бог благослови, брат, была не шпевать. Он говорит, и мы все знаем признаки, мы знаем, что такое третий рывок. И мы все знаем, те знаки, мы знаем, чьи есть третье потягнение. И все мы это понимаем. И мы все это понимаем. Поэтому как бы уже не объясняется. Я пустую, что не тлумачишь венцей. У вас будет пленка новая. Вы будете посчитать тачку, мой. Ну, мы имеем ее. Мы имеем тачку. Так вот, я думаю, что это будет просто оставаться бездейственным какое-то время. Я думаю, что то, как бы, через якийсь час, как бы без жадных диалогов, без всяких час. Бездействие, тишина. Будьте тихо, что так. Пока не наступит великий час преследования. Допоки не наступит великий час преследования. Именно тогда он будет. Аккурат в тогда он будет. Он проговорит. В тогда он пшему. Он в большую букву. Третий рывок. Он с великой литерой. Будет проявлен. Будьте задемонстрованы. Точно как 5 знамений подряд, безошибочно. Так само докладно, как 5 этих знаков по колеи без блин. Совершенно. Досконало. И теперь, и раз, я думаю, просто ждите. Я мышлю, что попросту очекуйте. Понимаете, просто смотрите, что будет. Попросту очекуйте и бачьте, что маще стать. Понимаете, почему эта седьмая печать была тишина? Разумеете, значит, эта седьмая печать была тишина. Седьмая печать дана для нас, для приготовления. Седьмая печать есть дана для нас, для того, чтобы мы приготовились. Вот почему все тайны завершаются именно в этой седьмой печати. Вот зачем это все тайницы кончатся аккурат в той чудной печати. Потому что седьмая печать это Христос. Понимаешь, седьмая печать, что есть Христос. Седьмая печать это пришествие. Седьмая печать, что есть пшидище. Все связано в этой седьмой печати, все во Христе. Все связано в той чудной печати, все есть Христос. Вот почему Святой Дух признал вас во Христе. Вот для чего Дух Святый вас... заакцептовал в Христусе. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вас долго задерживать не буду. Я вас не буду долго зашмывал. Он говорит. Он говорит. Динамика этой церкви, проповедь, что сделал с Иисусом, называемым Христом. Он говорит, что динамика того, что в Казани, это мы учиним с Христусом, который называем Иисусом, который называем Христом. Динамика этой церкви будет перенаполнение Святым Духом. Динамика этого костела будет перепевнение Духом Святым. Которым мы действовали в малой мере. По которым мы делали мы в малой мере. В малой мере. В малой мере. Потому что Святой Дух каждому дан по мере. Для того, что Дух Святый каждому одному дан в эту меру. И эта личность, это тело. И та, это особник, то тело. Тело Иисуса Христа, тело оно растет. Христуса, оно рощне. Оно растет, оно и рощет. Мы созреваем. И мы доживаем. Мы созреваем. Мы доживаем. Вот почему сейчас слово, вот для чего дичай слово, намного сильнее, уверен, мощнее, чем оно было 10, даже 20 лет назад. Как по сравнению до того, как было 10 или 20 лет тому. Вот почему сейчас слово, оно больше начинает для невесты оживать. Вот для чего слово, оно начинает венцем, мощнее для облюбницы оживать. Оно становится более ценным для нас. Оно робище раз больше коштовным для нас. Потому что мы видим, как это слово исполняется у нас на глазах. Понимаешь, видим, как то слово выконующе на наших очах. И когда мы видим, как это слово исполняется, мы видим, как то слово выконующе, наша вера еще больше возрастает. Наша вера еще больше потенгует.
Поэтому он говорит, что эта динамика, эта церковь будет перенаполнение Святым Духом, которым мы действовали в малой мере. Для того мы говорим, что динамика этого кощела будет припевнение Духом Святым, через который мы делали в малой мере. Пока главный камень опускается соединиться с телом. Допуки главный венгельный камень стомпит и получится с телом. Но когда голова и тело соединяются вместе, але коли голова и тело лончаще разом, вся сила Святого Духа прямо вот так ее восставит. Сала моц Духа Святого вот так вот беспосредньо ее и злончит. Восставит. Вы понимаете, что это происходит? Так, вся сила Святого Духа, вся полнота, значит, когда сходит, стимпует сала моц Духа Святого, тогда, когда то стимпует, то тогда злончит то разом. А это и будет связано с третьим рывком. А то аккурат и будет полончено с третьим потягнением. А это будет связано с восхищением. То будет связано с заклицанием. И он говорит, и он тело говорит, соединяется вместе. И он говорит, что тело лончище разом. Вся сила Святого Духа прямо вот так ее восставит. Сало моц Духа Святого безпосередньо так ее отмоет. Даже мертвые, которые мертвы во Христе. Навет мертвые, которые смерли в Христу еще. Сотни лет, много лет, да? Попши сетки лет. Воскреснуть в красоте Его святости. С мертвых встану в красоте? Красоте Его святости. С мертвых встану в пенькнощи Его святлощи. Обратите внимание. Звучите увагу. Вот этот заглавный камень. Вот тот камень венгельный. Который совершенно любовь. Который есть милость до скарала. Который и есть те семь таинственных громов. Который есть тех щедрых таинничьих громов. Когда он соединяется с этой группой Святого Духа. Когда он злончище с той группой Духа Святого. Потому что невеста сегодня носитель Святого Духа. Понимаешь, облюбница еще есть носчником Духа Святого. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса. Как Дух того, который из мертвых поднес Христуса, живет в вас, мешка в вас, то воскресивший Христа из мертвых, то тем, который из мертвых поднес Христуса, воскресит и ваши смертные тела, из мертвых поднес и ваше смертельное тело. И когда эта динамика сходит во всей своей полноте, и когда эта динамика стимпует в целой своей певни, то заметьте, то вот зауважьте, эта группа, то зауважьте, та группа является соединителем, звеном со всеми этими периодами. То есть как вот такие лончонце огниво со всеми этими окрасами. Это пророк сказал. То есть пророк поверил. Что это будет связано. Что это будет связано. Со всей этой пирамидой. С целую эту пирамиду. Потому что мы. Понимаешь, мы. Отражаем полностью все качества, которые были на протяжении вот этих семи периодов. Если мы отбитием всех тех якощей, которые были в тёмку всех семи окресов. Вот почему эта пирамида, вот для чего эта пирамида, она вот здесь проявляется в личности верующих. Она туда есть проявлена, задемонстрирована в особе верующих. Разве пророк не сказал, что именно эти добродетели будут запечатлены? Чи пророк, чи ж би пророк не поведев, что аккурат те добродейство бендо под печатью, запечатлено. Вот, друзья, заканчиваю, хочу сказать очень важную мысль. Приедели, кончим, хотим поведеть базу поважную речь. Очень важно то, о чем проповедовал в Литве. Очень важную вещь, о которой я говорю им там в Литве. Смотрите. Спустите. Для того, чтобы войти в период восхищения, для того, чтобы войти в заклицание, мы должны исполнить вот эту часть этого периода. Мы должны выполнить ту часть этого закресу. А здесь написано что? А что тут есть написано? Братолюбие. Милость братерская. А что такое братолюбие? А чем есть милость братерская? Пророк говорит, это прощение. Пророк говорит, то есть прощение. Научиться терпеть своего брата. Научиться сносить своего брата. Если ты не можешь терпеть своего брата. Як ты не встанешь сносить своего брата. Если ты держишь какую-то обиду на своего брата. Ты тримаешь на него какую-то образу. Если ты не можешь еще примириться. Як ты не встанешь поєднатися с ним. Ты не можешь подняться выше. Ты выше и попросту не даже рады подняться. Это тебя удержит в ладике. То тебе повсима тут и в ладицеи. А ладике проходит скорбь. А ладицея с колеи, она едет по всесудисту. Саул. Саул. Он имел на Давида. Он имел
Шитівку Давідові. Посмотрите на Давида. Спущено Давида. Приходит, отрезает ему кусок ткани. Приходит до Саула, кинул ему кару плащу. Рядом я, КСФ, с ним стоял, говорит, давай рубим голову. А робот Давида стал, что там один из его жовнежев, и ему, вещи ему, будь не дарас, леп. Посмотрите на Давида. А спущен на Давида? Это представитель седьмой печати. То есть представителем щодной печати. Потом открывалось, что пришествие. За его часу было отслонено пшище, как бы так. Он должен был сесть на стол сын его. Он повинен учить на троне, его сын. И как же он должен был поступить? Как он повинен был поступить? Он говорит, я не подниму руку на помазанника. Он говорит, я не поднес руки на помазанца Пенскего. Давид что, не знал, что это неразумное дело, Саул? Чи Давид не видел, что Саул есть глупый панну? Знал? Видел. Потому что мы видим, что Дух Божий, да? Понимаешь, мы видим, что Дух Божий отошел от Саула. Отступил от Саула. И тем не менее, а мимо всего, Давид проявляет ему братолюбие. Давид в стосунку до него демонстрирует мило братолюбие. Несмотря на то, что там Саул только не делал. Не бачим знать, что бы сам Саул не чинил. У Давида была другая натура, другой характер. Он просто пощадил другую натуру, иной характер. Они оба были помазаны одним и тем же елеем. Они обидва были намощені тим самим елеем. Помните, самим, да? Олейким, тим самим. Тем же самым пророком помазаны. Помните, так, тим сам пророк их намащив одним и другим. Только один был помазан из сосуда. Ручница в тим, что один был намощений из начиня. Саул. Саул. А Давид был из рога. А Давид был с рогом таким, рук так из этого был намощен. Давид был помазан на скорб. Давид был намощен, Саул был намощен на утиск. А Давид был помазан. А Давид был намощен на царство. На королевство. Аллилуйя. Аллилуйя. Ухватите этот прообраз. Попросту ухватите этот предобраз. Шестая и седьмая печать. Шестая и седьмая печать. Они шли вместе, бок о бок. Они шли разом, одного бок другой. Мудрое и неразумное дело. Мондра и Богопанна. Исаак и Яков. Яков и Изав. Исав и Яков, да? Яков и Изав, так? Исаак и Измаил. Яков и Измаил. Двойня. Двойня. Люди повыходили с этого периода. Люди повыходили с этого окресу. Ногами. Ногами. Но сердце их еще приземленное. Але сердце их там еще застало. Там, если твое сердце не свободно. Як твое сердце не увольненное. И ты знаешь, что брат против тебя что-то имеет. И ты веш, о тем же, что брат твой пшитив, ко тобі что чма. Пророк говорит, пойди первый. То пророк говорит, ты иди, я по-перший. Примирись. И поедай еще с ним. Потишь ренки. А мой ноги. Обмуй ему ноги. Это и есть сила седьмой печати. То есть мощь седьмой печати. Потому что это вводит тебя, поднимает тебя выше. Понимаешь, что впровадит тебя, подносит тебя выше. Если же дух того, как дух того, кто воскресил Христа из мертвых, кто поднял Христуса из мертвых, а Иисус говорит, и есть воскресение. А Иисус, что? Иисус говорит, я есть воскресение. А Иисус поведел, я есть из мертвых встанем. Не умою тебя, не имеешь счастья со мной. Как я не умею тебе ног, то не можешь за мной учёнски. Он явил это делом. Он то задемонстрировал через учинок. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы понимаете? Вы разумеете? Нужно что-то потерять, для чего-то умереть. Чтобы что-то стратить, сгубить, для чего-то умжить. Чтобы приобрести. Чтобы набыть. И я езжу уже не первый год, не второй и не двадцатый послание. Я езжу. Да, да, я езжу не первый, не другий, а не двудесятый на ветро. Я общаюсь с вами как с семьей. Я еще имам с вами сповечность, как с родиной. И я вижу, что между братьями вот такое вот происходит. Я так обсерваю, что помеж братьями вот такие что-то еще дея, такие что-то. Друг на друга. Един на другого. Ну, братья, в конце концов. Я так думаю, братерство, то врешті-решті.
Мы имеем такое послание. Мы мамы так пощадами так и поселились. Нам что там мало места в небесных местах? Нам что там забракло нам места в небесных местах? Там всем все хватает. Там шестьдесят есть на фул. Никому не снимать. Давайте нацелимся против сатаны. Давайте попросту бенджем скупим еще пчетивку дьяволу. Когда наступит преследование, какие наступит утиск. О, тогда как все начнут соединяться, объединяться вместе. О, тогда все зашли лончичи разом. Почему это не сделать сегодня, сейчас? Для чего кто раз не сделает? Ради чего? С поводу чего? Ради восхищения. С поводу закрытия. Я не хочу, чтобы моя смерть здесь удавалась на скорбь. Я не хочу сам на скорбь остаться. Я не хочу, чтобы моя родина застала тут на утиск. Я сам особо еще не хочу застать тут на утиск. Почему должен сатане позволять быть обманутым? Для чего я повинен, для шатана зазвалят на то, чтобы я был ошуканный? Когда небеса полны столько реальности, правда? Под час, где небеса есть певны тили реальности, правда? Аминь. Аминь. Пусть Господь нас всех действительно благословит. Братерство, нех вам всех пан уже через тощий поблагословит. Вы носители вечной жизни. Вы есть еще носителем вечного жития. Мы же до конца это не всегда осознаем. Может, мы не до конца себе то усвядомляем? Может, мы еще смотрим на вот эту вот завесу, да, на эту плоть. Может, почему попросту на наше тело. Ну, а еще пользы мало. А от этого тела там мало пожища. Я скажу, вообще не могу пользы. Я своего поголя не могу жить. Это только чумной барак пророк говорит. То есть только чумной. Ну это старый барак. Так старый барак, так старый болезненный барак. Так, хоробливый там барак. Так. Поэтому от него хорошего ничего не ожидает. Ничего доброго от него не ожидает. Это он еще проявление имеет. А он еще проявление еще без самого якобы. Он имеет это, что-то еще умеет изображать что-то из себя. Да, он еще пробует себе то, что там, ну, демонстрировать то щебе. Вот этот прах на 70 центов. Тен прах, который коштует 70 центов. Ну, может, у меня 75. Может, я 75. У Богдана 76. А у Богдана 76. У кого-то 65. А у кого 65 центов. Но это не стоит той славы, которая откроется в нас. Это ниц не варте с того хвалу, которую отвожище в нас. Это послание пришло через кровь многих мучеников. Это посольство пришло через кровь веру мучеников. Для того, чтобы оно сюда дошло. Кажу, оно проделало путь. Чтобы оно тут до нас дотарло, как оно поконало дороги. Когда Брабрахам попал туда, в то шестое измерение. Я когда Брабрахам трафил там, до того шестого закресу. Он сказал, все, что ты проповедовал. Он поведал, все, что ты глушиваешь. Это был Святой Дух. То был Дух Святый. Я говорю, и чтобы туда попасть, и чтобы там трафить, необходима совершенная любовь. Повинна быть досконала любовь. Он говорит, а это и есть Святой Дух. А то и есть Духом Святым. Он говорит, то, что ты проповедовал. И он говорит, что все, что ты глашиваешь. И есть совершенная любовь. И есть досконала милость. И это проповедь усыновления. И то казание усыновения. Позиционно он эту проповедь устанавливает вот в этот период. Значит, адопция. Позиційні он уставить в тим місце, то адопція. Тому що облик совершенного чоловіка. Понімаєш, постать майже досконалого. А це є усиновлення. То є адопція. А тому що, коли чоловік приходить в позицію усиновлення. Бо коли чоловік приходить до позиції усиновлення, адопції. Святой Дух сходить і підтверджує його. Дух Святий стимпує і підтверджує його. А усыновление, еще раз повторюсь, это и есть те 7 добродетелей. А адопция, то есть, еще раз я повторю, то есть еще один цех. И это не то, что вырабатываем мы. И то не есть то, что мы выпродуковываем. А это то, что рождается у вас. А это то есть то, что у вас родище. А знаете, как оно рождается? А видите, в який способ это родище? Когда ты читаешь. Когда ты читаешь. Смотрите, как ты читаешь. Спустя, я тебе читам. Когда мы были в деноминациях, когда вы были... Мы много раз читали в этой Библии. Когда мы были в деноминации, то мы вели раз читали, что мы были. Приложите к вере вашей. Доложите до вашей веры. Добродетель. Добродетели познания. Познание. Так. Мы только читали. Мы же только попросту читали, что мы то. Эта Библия, та Библия, она для нас была закрыта. Она была замкнута для нас. Это было рема.
То было ремо, так а есть такое слово ремо, слышали? Есть такое слово, это ремо. Ремо, глагол, ремо. Так, ремо. Это еще знак вопроса. То было для нас еще под питанием. Ты понимал это правильно, богодухновенно. Ніби то розумявище, ніби властиво розумявище. Ну, а то ще не було виражено мислю. Але то ще не було виражено мислю саме. Когда прийшло послання. А коли прийшло посельство. І розкрило тебе все, що було в цій Біблії. І от слонило для тебе все, що було в цій Біблії. Ти вже соприкоснувся з логосом. Ти вже в тим моменті якби доткнувся того логосу. Ми всі це розуміємо. Всі це розуміють. Послання – це логос. Посельство – то є логос. Це та ж сама Біблія. То є та сама Біблія. Тільки вже розкрите мислі Божі. Тільки з того різниця вже то ж є відслонєн та мислі Божа. І от замітьте, ці мислі Божі, і то зауважте, та мислі Божа, які відкриті, які є відкриті, вони відкрились тобі. Вони зостали відкриті для тебе. А почему они тебе открылись? Але для чего тобі застало то отварте? Почему они не открылись папе римскому? А для чего тобі застало слоня для папежа повесить? Почему не свидетель Иеговы? Для чего для святков Иеговы то не застало слоня? Почему они деноминациям не открылись? Для чего для деноминациям не застало отварте? Ну это же Божьи мысли, правильно? Ну прежде что Божьи мысли, так чи не? Открылись тебе. Але уже еще для тебе. Потому что ты был в тех мыслях. Понимаешь, ты бываешь в тех мыслях. Ты был в тех мыслях. Ты бываешь в тех мыслях. Точно как самарянка. Докладе так само, как та самаританка. Которая повстречалась со Христом. Которая споткалась еще с Христусом. Который проговорил к ней, к ее сердцу. А он сколько ей примолвил до ней сердца. И это слово сорвалось ее печать. И то слово попросту отвожил, отслонило для ней печать. Он был седьмая печать. Он был в щупну печать. Это седьмая печать. И та щупна печать. Это печать воскресения. То есть печать с мертвихвстання. Когда голос этой седьмой печати проговорил к самарянке, когда голос этой щупной печати примолвил до той самаритянки, срывает с нее печать смерти. Он срывает с ней печать смерти. Потому что семя находилось там. Понимаешь, там знайдовало еще нощение. Потому что она была тайной. Понимаешь, она была таймницей. Бог от создания мира. В Богу от початку служения света. Это тайна. И та таймница. Была сокрыта в нем во Христе. Та таймница была укрыта в ним. В Христусе. Вот почему этот голос, когда проговорил к тому семени. Вот тут вообще этот голос, как вы поверили, шимует то до того рождения. Аллилуйя. Аллилуйя. И я благодарю Бога за это слово, которое есть действительно Божьи мысли, Божий разум. Я очень дякую Богу за то слово, которое есть Божьим мыслью, Божьим разумом. Когда вы услышали? Когда его услышали. Посмотрите, семя пробудилось. То спущи. Семя пробудилось. Почему? А зачем? Вы были тайны в Боге. Вы были тайны в Боге. И вы являетесь тайны в Боге. И вы слышите то, что имеете. И только мы друг друга должны сегодня увидеть и распознать. И только те, что мы повинничаем один другого, зобачить и распознать один другим. Теперь вспомни, как попало тебе послание. И теперь вспомни себе, в какой способ трофило до тебя как тебе попало послание, брат Денис? Как тебе трофило посельство, брат Денис? Через тело. Попшищало. Этим делом. Разумеете, что заходит? Тебе кто-то принес. Кто-то тебе принес. Представил, ты услышал. Кто-то тебе показывал, и ты это услышал. И это пробудилось. И то, в тебе ты пробудилась. Что ты получил, брат, сестра, в этот момент? Что ты в тот момент отшимаешь, брат, еще? Жизнь вечная тебе пришла. Жизнь вечная пришла до тебя. Семя в тебе пробудилось. Нащение обудилось в тебе. И когда ты увидел слово. И когда ты забачиваешь слово. Ты сказал, аминь на каждое слово. Ты поведяешь аминь на каждое слово. Почему? Почему? Это для тебя родное стало. Понимаешь, что стало родным для тебя? Мы зашли со страниц этой книги, пророк сказал. Мы зашли со стороны этой книги, так пророк поведел. А то же не просто книга, вот, написанная. То есть не есть попросту себе такая книжка, которая есть такая написана. А эта книга сегодня в сердцах верующих. То есть книжка, которая еще в сердцах верующих. Она выражает и проявляет именно ту жизнь, которая в этой книге. Она демонстрирует аккурат то, то житие, которое есть аккурат в этой книге. Вот почему ты можешь победить и свое «я». От для чего ты потрапишь в священную жизнь. Свое «я». Всякое непрощение. Всякое обидение. Непрощение. Всякие образы. Потому что вот. От для чего? Это период. Ден окрес. Период невесты. Ден окрес. Окрес облюбеницы. А невеста? А облюбеница? Заметьте. Зауважьте. И Христос.
И Христос сейчас на земле. Терас на жене. Терас не с ножами, то есть едно. И невеста, и облюбленница сейчас. Терас. И не судит. Не судит. А что она делает? А что она чинит? Она являет милость. Она оказывает ласки. Она являет милость. Она оказывает ласки. Если там речь, подожди, придет день пылающий, как печь. Еще раз. Подожди, придет день пылающий, как печь. Ну зачекай, если придет этот день, плунов, это капец. О, подожди, сойдет огонь, как во время Или. Почекай, стопи огонь, как за час в Ильяша. Нет. Ты еще шестая печать. То, так, як в тобі так і цього ж є, то ти ще є шусту печеньку. Браття. Братерство. На тим я хочу закончити. На тим я хотів би скончити. Вспомніть, як брат Бранхам. Припомніть собі, як брат Бранхам. Я... Для мене настільки жив та сучі, коли в ресторан зайшов перекусити. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте ту ситуацію, коли брат Бранхам шишив там до реставрації, трохи цього ж там з'їж. Пам'ятаєте? Стоїть поліцейський. Стоїть поліцейський, поліцай. З баришні. І з якоюсь дівчиною. Молодь сидить там. І там молодь ще зо. Сидить жінка така, всім обтягнута. Ще там кобіта ціла в чистому вбранні такі. Волоси радужні такі, фіолетові. Ружнокольорові волоси фіолетовими. Пророк коли зайшов. Пророк їде вже там. А він вже був одним. Из семи ангелов, а, так? А он, кстати, был один из семи ангелов, так или нет? Имеющий семь чаш. Который пьет пощадок еще один чаш. Который Иоанн сказал, пойди, покажи тебе суд над великой блудницей. Кто сказал? Который 17 глава Откровения. Еще 17 рожил Откровения. Пришел ко мне один из семи ангелов. Пришел до мне один из пощадок еще один ангелов. Имеющий семь чаш. Который имел еще один чаш. И говорит, пойди, покажи тебе суд над великой блудницей. И поведем им, идти, я тебе покажу сон на ту верху пшеничницу. Кто был этот один из семи ангелов? А кто был тем один из семи ангелов? Это был пророк. Это был пророк. И он очень много сражался с деноминациями и так далее. И он так базу дуже валчив с теми деноминациями и так далее. И в тот момент он сам был подловлен. И в тем моменте он сам został пшелопаный. Когда он пришел туда, когда он там шишит, посмотрел, спойжал, о Боже! О Боже! И неужели это дети мои будут расти в этом всем? Чиж бы то мои дети имели рост, чтобы ты вот сама вот такие обруду? Почему ты не обрушишь суд? Для чего ты не проводишь сон? И он входит в видение. И он в тот момент входит в видение. Это пророк. Это пророк. В духе силы Или. В духе и в эмоции Ильяша. И показана земля. И застала ему показана женская куля. Кров вокруг земли. Крев вокруг земли. Агнец. И баранок. И пророк. Малень, кое-что там сделал нехорошее. И пророк там что-то сделал, учинил что-то невластивое. И он давай каяться. И он начал покутовать. Господь, прости, я не хотел. И он начал говорить, пане, шепоч мне. Я не хотел, я невластивое сделал. И он видел, когда пророк совершал грех. И он забачив, как пророк учинил грех. Он ударялся от него, как об банкер. То грех удержал него так, как оздержал. И он скакил, тот грех. Ой, пророк пережил свое прощение тогда в видении. И пророк пережил свое прощение в том видении. Потому что Иисус взял книжку, помните, да? Понимаешь, счистнул книжку. И написал кровью, прощено. А. Же Христос взял ту книгу и написал свою кровью пшебачану. И бросил в него забвение. И сжучив за себе в море запомнения. И пророк он говорит. И пророк говорит. Да, я простил тебя. И он к пророку говорит. Да, да. И он говорит до пророка, что я тебе пшебачив. Но ты же осудил ее. А ты пшечишь, я осудил. И пророк подходит к этой женщине. И пророк подходит до той кобеты. Она, помните, как ему говорит? И она, помните, как она ему поведала? Угу. Привет. О, витам. Вот, у меня есть компания. Я мам божество. Он говорит, сестра. Он до ней говорит, сестру. Я не для этого пришел. Я не потом пришел. Это было такое сильное помазание. То было так ему мощное намощение. Вот так просто приоткрыла рот. Же она так попросту бузи отложила. Он говорит, я подошел, чтобы сказать нечто. Я попросту подошел до тебя, чтобы
что мне тут не поверить. Он рассказал свое переживание. И он, поделившись с ним своим пережитием. Как он осудил ее? Как его, он ее осудил. Он вину чувствовал от этого. Он чувствовал то, что он есть винен. Он не милость явил тогда. Он оказывал ей в тот момент ласки. Понимаете? Разумеете? Он начал судить в первую очередь. А, же наиперше, через то, что он ее начал судить. В первой колиночке. Начал судить ее. Но когда он потом подошел, исправившись. А ракиды поздние, потом видзень, он больше... А слово всегда исправляет. С покором и с направом, а слово завше направлено. И когда он дал свидетельство все свои переживания. И когда он с него поделился и изложил ей свидетельство своего пережития. Кем он для нее тогда стал? Кем он на тот момент для нее был? Он был для нее родственником искупителя. Он был для нее... В нем находилась сила. Он был на тот момент для нее кревным откупителем. Он пощадил в себе моц. Потому что у него находилась сила искупления. Понимаешь, он в себе пощадил ту моц откупения. Это была сила благодати. Это была моц власти. Это была сила освобождения. Это была моц увольнения. Она говорит, у меня разве есть шанс еще? А она в той разговоре говорит, что я еще мам какой шанс? Помните, как он сказал? Помните, как он поведел? Есть. Он здесь, прямо сейчас. О, ты маешь, то и так, есть. И Бог есть в той хвиле туда. Она была, как ее назвали, отпадшая. Она была на тот момент так, как ее называли, отпадло. Нету отпадших, братья. Нема отпадлых, брат, братерство. Нема. Если человек не похулил Святого Духа, он не отпадший. Как человек не сблюжник Духа Святого, то он не есть отпадший. И мы обязаны, и мы естественно забовязаны, явить, оказать милость, ласки, силу искупления, моц выбавления. А как ты можешь это оказать? А как, в какой способ ты можешь оказать? Представил закон, задемонстрировать закон, или благодать, або ласки. Седьмая печать. Седьмая печать. Это благодать. То есть ласка. Когда слышу, как брат на брата, он такое сделал. По 20-30 лет, по 15, сколько можно, люди живут, имея какие-то еще старые-старые обиды, переживания. Так я слышу, что братья между собой подводящие, по 60 лет вспоминают с собой какие-то негативные вещи, и попросту тримают в своем сердце, и живут, и что? Живут и в сердце все негатив. И целый час маю в своем сердце негатив чутив какому справу. С 20-30 лет. Многие давно уже умерли. И верю с тех уж с Господом шли. Змарло, они уже дошли до Пана. Они еще продолжают говорить о чем-то старом. О том, что кто-то когда-то им сделал. А ты еда надо жить с того сгоршения и мови о том, что кто-то им кедит, что там сделал. Шестая печать. Шестая печать. Это суд. То есть сонд. Там будут спасенные люди. Там будут люди спасенные. Вот почему неразумная дева. Вот для чего глупая панна. Она не могла быть престолом милости. Она не, в престоле. Не могла стать престолом милости. Она не могла стать пред троном ласки. Она содержала внутри себя корень горечи какой-то. Она попросту тримала в своем сердце какие-то горькость. Хотя была освящена. Хотя была освящена. Это правда? Это правда. Она не имела прощения полного. Она не пощадала целковитого такого прибачения. Но шестая печать имеет помазание Святого Духа. Але шестая печать ма на машине Духа Святого. Это Святой Дух открывает неразумной деве. И проскорь. То есть Дух Святый, который отверят для глубей Панны, и о утиску, и крещение во имя Иисуса Христа, и крест в имени Иисуса Христа, и семя змея, и нощение венжа. Много тайн открывает. Верю тайн отслания. Да. Так. Но седьмая печать. Але седьмая печать. Это великая печать, это печать благодати. То есть великая печать, то есть печать ласки. Вот где она проявляется. Вот тут, где она еще образует. А вход в седьмую печать? А вещи до той седьмой печати? Через прощение. То через прибачение, через братерскую милость. Братья, благословите за спорт. Братерство, нех вам Бог благословит. Я знаю, что каждый из нас сегодня получил ту
как сказать, необходимую, может быть, порцию наставления. Я вим, же дичий каждый из нас прошим эту незбендную порцию учения. Но уж я здесь не для того, чтобы там учить. Я тут в сумме не есть по то, чтобы научить. Я могу больше даже научиться готов. Я волел бы учить и попросту сам учить, хотя бы. Для меня некоторые в папу годятся. Для меня спошлют вас некоторые надающие воицы, я по воице. Да, по возрасту. Да, так, в двух веку, да. Вы знаете, для меня это очень важно, то, о чем говорю. И для меня то есть очень важно, то, о чем я говорю. Потому что это сам пережил жизнь. Понимаешь, я то сам пережил своим жизнью. И переживаю до сих пор. Им надо пережить. Поэтому человек не имеет права говорить то, что не пережил. Для того важно, что человек не имеет права говорить то, чего не пережил. Поэтому я всегда смотрю, какое помазание на человеке. Для того я завжди бачу на то, какие есть намощения на человеку. Какие он начинает. Открывай секрет. Открывай секрет маленький. Хотим вам отслонить малу таємницю. Поінтересуйся у брата, як він відноситься там к своєму, к определеному брату, який враг для нього. А так, з чекавощик я може запитати, ходиш до брата якогось і запитати мене, як він має стосунок до другого брата, який... І посмотри, який як враг для нього. Який для нього так враг розставлений. Який... Поінтересуючи, подивись, поінтересуючи до брата, до сестри, які він має наставлення до там, того брата, який врага до нього наставлення. І посмотри, як він буде відзиватися о враге, о враге своєму. І звучу увагу на те, як він буде виповідався о там тій особі. Той показує, що в серці його. І той же, що він покаже, що він посвятив у своєму серці. Я пам'ятаю, як про Бранхам відзивався. Я пам'ятаю, як про Бранхам виповідався в тих справах. Навіть не вичислиш. Навіть тяжко було... Хто враг, хто брат. Навіть не було жодного способу якось то вилавити, хто був врагом, хто був приятелем. Сидить Ісус. Сидить Ісус. Причастя. Вечежа. Омиття ног. Омиття ног. Сидить Юда. І сидить Юдаш. Знає, хто це рядом сидить. І він везуть, от хто-то сидить обок нього. Дає тому ще саму большу кусок. Одламує йому найвірший кавалик. Называет его друг. Называет его приятеля. Зачем ты предаешь меня, помните? Для чего ты мне зрадишь меня? Помните эту ситуацию, да? Это не та шея, друг, да, как обращается. Это не так было. О, чаешь, коллега, как тот еще зверцающий на улице. Он был друг. Он был для него приятель. Иисус знал, кто находился с ним рядом. Иисус видел о том, кто был обок него. И заметьте. И заважьте. Аллилуйя. Аллилуйя. Он ученикам даже слова не сказал, вот он сидит предатель. И Иисус в том не поведал, не поведал апостолам, а ни одного слова, что ученик здравится. Я думаю, Петр бы там быстро бы меч достал. Ты бы он бы поведал, потому что Петр ошибку вытягнул бы своего меча. Когда пророк в Скинии, Христос открыто тайна Божия проповедовал проповедь? Когда пророк в каплице глощу Казания, Христос есть ослонен, то таймницу Божию. Он говорил, если бы вам все рассказал то, что я вижу, про себе говорит, да? Он говорит, если бы я рассказал вам то, что здесь вижу, знаю, пророк говорит о собе самом же. Дабы я бы дичи бы оповедил бы вам все, что я вижу, и вем, вы бы перерезали друг друга. Вы бы попросту поржнели бы навзаим. Представляете, какая была атмосфера, ситуация и каких духов он видел? Вы воображаете себе, какая была атмосфера и какая была ситуация? Каких духов он мог обсервовать, видеть? Но он стоял тогда среди них, как престол милости. Але он был на тамтен день пошутник, как трон ласки. Между всеми этими братьями пошут всех этих братьев был примером. Был прикладом. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот это характер, на который мы смотрим. То есть характер, на который мы почему? Вот почему он единственный тогда был усыновлен в этом периоде. Ото для чего он яко єдний на тамтен окрес был усыновлен, яко єдний. И он проповедовал проповедь облик мужа совершенно. И он глощу указания под стану межа досконалого. Потому что в нем это уже было. Понимаешь, он в собі ту уж пощадовал.
Он не проповедовал про пирамиду. Он не говорил о пирамиде. Он проповедовал то, что было в нем. Он говорил о том, что было в нем. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот почему Бог и усыновил его на горе Сансет. Ото для чего Бог его и мял с ним, взял его как в адопции на гуже Сансет. И вот почему он дал ему этот третий рывок, этот меч царя. И вот для чего он ему дал тот третий потягнение, этот меч круля. Почему? Для чего? Личность в нем проявилась. Для него, для того, что особа сына человеческого оказалась в нем, задемонстрировала в нем. Аллилуйя. И это слово. И то слово. Из тела пророка. И то слово с тела пророка. Аллилуйя, сейчас по свежему приходит. Терас он, мне приходит терас он на беженцу. Оно должно пасть в чрево невесты. Оно повинно вейш в лоно облюбеницы. В 62-м году, в 62-м году, семя знамения последнего времени, нащення знаку часу суточного, он говорит, 5 звезд тогда стали в ряд. Он говорит, что 5 гвязд стали в шеребу. Что же, говорит, такое произошло? А что еще выдожило вообще такого? Говорит, во времена Иисуса Христа 3 звезды стали. А он говорит, за час Иисуса Христа 3 гвязды стали в шеребу. И что это тогда значило? Что там на тамтен день то значило? Родился Христос. Родился Христос. А здесь 5 в ряд стало. А тут 5 гвязд стали в жонты. Он говорит, родилась невеста младенец. А он говорит, что родилась еще облюбеница, как детско. Почему? А для чего? Седьмая печать. Щудма печать. Он говорит, она началась. Щудма печать, что распочало еще. И она набирает сегодня форму, преобразовывается. И она набирает еще, как бы, штартующая еще, и набирает такую форму свою. Вот почему, братья, мы слушаем именно пленки пророка. И вот то, для чего мы слухаем аккурат тащины пророка. Потому что там качество духа. Понимаешь, и там есть якость духа. Аминь. Это есть вера восхищения. То есть вера захвицения. Есть церковь сегодня в состоянии восхищения, захвата уже сейчас. И кощу дичи есть в стане захвицения уж раз. Поэтому дела, которые он творил. Для того есть так же. Учитель, кто учили. И мы сотворили. И мы учинили. И больше сил. И понад то. Прощайте, как и Бог во Христе простил вас. Пшебачайте, так как Бог в Христу вам пшебачил. Это его дела. То есть его учинки. Это одни из. То есть одни из тех учинков таких проявлений. Таких пшеяв. Которые имеет невеста. Которая повинна пощадить облюбениц. Его качество. Его якощь. Я очень рад, что мог вновь находиться сегодня здесь. Я еще те, что сказал, что могу еще тут быть пошлют вас. Пусть это слово, знаете, принесет действительно тот нужный плод. Нехай бы то слово принесло тот потребный овоц для его королевства. Аминь. И у меня будет к вам только одна просьба. Я бы не имел в стосунку до вас одну такую просьбу. Я бы хотел, чтобы брат помолился. Я бы хотел, чтобы брат помолился вообще. Да, брат. Который? А, который уже? Братик Жечев, чи можно было бы проще до молитвы? Тут вместе с нами. За шестыми разом с нами. Шести разом только брату попросили. Да, пусть он выйдет, помоет. Братишка, то шесть раз, помоет еще. Мы завтра будем уезжать. Мы утро будем отъезжать. Мы будем уезжать завтра в Воле Петрова. Мы будем утро ехать там до Воли Петрова. Мы хотим успеть вечером на служение. Мы хотим уж вечером быть на услуге. Там завтра нас ждут. Понимаешь, утро на нас там уж чекают. И оттуда мы уже едем на Молдову. И там мы уж едем до Молдовы. И там уже напишу смс-ку. И там тут я уже напишу смс-а. Благодарственную. С день починения. Передадим привет всех. Прикажем поздравления от всех. Но прежде чем туда доехать. Але за ним мы там дойдем. Мы просим с братом, чтобы вы всей церкви за нас помолились. Я бы хотел попросить, чтобы мы помолились еще за нас с братом. Потому что мы очень нуждаемся в молитве. Понимаешь, мы базу потребуем молитвы. А тело и дух Христа. А тело и дух Христуса. Который находится в вас. Который найдет еще в вас. Я знаю, что будет ходатайствовать посредством этой молитвы. Он будет я верю о том, что будет убегавший о то через вашу молитву.
пусть этот брат, который мне особо почтение, помолится. Хорошо. Нет, бы этот брат, который Макс, щегульный шацунок, помолвище. Погляди, брат Николай. Боже, Отче. Господь, Отец. Дякую тебе. Благодарю тебя. Великим выражением есть... В большом отличии есть... Переживать сегодня, Пане, новое рождение. В большом отличии есть переживать сегодня новое рождение. Аллилуйя, Боже. Пане, переживать якость сгурного покоя. Переживать качество верхней комнаты. Пане Боже, напевно, сегодня все потребуем вейти еще раз до компели слова. Господь, мы сегодня действительно еще раз просто нуждаемся в том, чтобы войти еще раз в купальню слова. Чтобы отримать объявление. Для того, чтобы получить откровение. То есть найценнейшая вещь сегодня для души каждого верующего. Это самая дорогая вещь для души каждого верующего. Я тоже потребую, Пане, объявления. Я тоже нуждаюсь, Господи, в откровении. Знаю много титулов. Знаю много названий этих проповедей. То, что есть сегодня глашено, Пане, я на то всё говорю «Амэн». То, что сегодня проповедуется, Господи, я на все говорю «Аминь». Аминь, аминь. А мимо всего, я потребую, Боже, Тебе. А тем не менее, я нуждаюсь в Тебе. Который отсланяешь новую шату, новую сторону. Который приоткрываешь новую одежду, новую часть. А за эту шату, Пане, скрыта есть особа, то есть Иисус Христос. А за этой одеждой скрывается личность, которая является Иисусом Христом. Я думаю, что каждый из нас имеет эту сведомость. Я думаю, что каждый из нас имеет это сознание. Как велику вагу сегодня. Насколько сегодня важно. Стануть тважом в тваж. Стать лицом к лицу. С Иисусом Христусом. С Иисусом Христом. Который есть Словом. Который является Словом. Пане, может, я не до конца этого не разумею. Может быть, Господи, я не до конца все это понимаю. Лишь верю Ти. Но верю Тебе. Что Ты не надарму вызвалось меня с имени. Что Ты меня не зря позвал по имени. Не надарму вызвалось каждого особа, которая тут есть. Не зря позвал каждого, который сегодня здесь находится. Так. А даже те, кто же застали сегодня, Пане, в домах, мусили застать. А даже некоторые, которые сегодня остались дома, потому что вынуждены были остаться. А мимо всего, застали вызвание с имени. А тем не менее, были позваны по имени. Пане, впровадь. Господи, введи. До своего намету. Веди в свой шатер. Пане, Сара вошла до намету Исаака. Господь, Сара вошла в шатер Исаака. Але не сама. Но не сама. Он увел за руку и проводил ее там. Он взял ее за руку и вел ее. Пане, ожидаю, что в дальнейших днях будет точно так само. Господи, я ожидаю, что в сегодняшний день это будет точно так же. Что бежишь умилованно. Что ты берешь свою возлюбленную. За двор. За руку. То есть двор веры. Это рука веры. И впроводишь до намету. И вводишь в шатер. А есть Дух Святой. А этим шатром является Дух Святой. Пане, дякую тебе за это. Господи, благодарю тебя за это. Будь благословением для каждого сердца. Будь благословением для каждого сердца. Пане, если потребное увольнение. Господи, если нужно освобождение, окажь то, Боже, то, Господи, прояви. Дай Господь, с пророком и той кобетой. Так, как это было с пророком и с той женщиной. Если потребуется развязание справы, какой-либо... Если, Господи, нужно решение какой-либо проблемы. Учень то, Пане. Ты, Господи, это соделай. Учень знаешь нас своим словом. Ты нас, Господи, привлек своим словом. А еще тем самым словом, Пане. А сегодня ты этим самым словом, Господи, принеси увольнение. Принеси освобождение. Развязание в домах. Решение в домах. В родинах. В семьях. В мужествах. В супружеских отношениях.
Panie, może to są sprawy pracy, nie pracy. Może być to pracy, nie to wопросы работы или не работы. Так, каждой пластине нашего życia. Господи, во всех фрагментах нашей жизни ожидаем Твоего делания, Твоего действия. Бо пришел час. Потому что пришло время, чтобы помолчиться за любви, чтобы соединиться с невестой. Сегодня потребуем, Боже, чтобы наши сердца были вольны от всякой справы. Господи, сегодня нуждаемся в том, чтобы наши сердца были свободны от всего земного, которое тебе не задавало, от всего того, что не удовлетворяет тебя. Боже, дякую тебе за эту сообщность. Господи, благодарю тебя за это общение. Дякую тебе, Боже, за вспомянное слово. Благодарю тебя, Господи, за прекрасное слово. Благослови братьям, которые нас отвезли еще раз, Боже. Боже, благослови этих братьев, которые нас еще раз посетили. То не есть случайно. Это не случайность. Уфам, что просто наше сердце было открыто первым разом. Потому что наши сердца были открыты первый раз. И отшимали себе что-то, сегодня еще больше. И мы нечто получили, а сегодня получили еще больше. Через это служение. Через это служение. Пане, благослови, когда буду вратиться до своих домов. Господи, благослови, когда буду возвращаться к себе домой. Благослови там брата, когда працює в Молдавии и на Украине. Благослови, Господи, того брата, который работает там и в Молдавии, и на Украине. Тих, хто же співпрацює разом з ним. Ті, які сотрудничають вместе з ним. Пане, аби то діло, щоб, Господи, це діло, ти розпочалось на тій землі, в тим часі, в тим окресі. Щоб то діло, яке ти почав в це время, в це время і в цей період. Через ті єдностки осягнуло ціль. Через ці, от, кілька тільки чоловік через ці, достигло своєї цілі. И каждого брата и каждого сестры, которая тут есть. И каждого брата, каждую сестру, которая сегодня здесь находится. Предназначилась до особенного цели. Ты предназначен для особой цели. И допильнуешь, чтобы этот цель został осъединен. И ты, конечно, досмотришь до того, чтобы эта цель была достигнута. Dlatego с вдячности сердца, Пане, отдаем все Тебе. Поэтому с благодарностью в сердце отдаемся Тебе. Уфając, что дело есть в очах Твоих закончено. Уповая на то, что, твое, что это дело в Твоих очах уже закончено. Але мы еще только пилигримуем эту пилигриму. Но мы еще пока путешествуем в этом путешествии. Под осмоном. Под прикрытием. Под прикрытием всемогущего. Дякую Тебе, Пане. Благодарю Тебя, Господи. Будь благословением для каждого сердца. Будь благословением для каждого сердца. И, Боже, даруй, бы мы зрозумели. Дай, чтобы мы поняли, что в мощи нашего языка, что в силе нашего языка есть дать кому-то житие. Есть, является то, чтобы дать, подарить кому-то жизнь. И ваша жизнь. И тем более жизнь, особо жизнь. И то житие вечное. И это жизнь вечная. Нех бы то было, Пане, центром заинтересования. Пусть бы это все было бы основным нашим центром наших интересов. Же в тим марним теле, что в этом просто таком пустом теле есть мощь больше, ніж атом. Содержится сила больше атомной. Аби дать кому-то жизнь вечную. Чтобы дать кого-то наделить жизнью вечной. Кого ты, Пане, предназначилась на этой земле. Из тех, кого ты предназначил на этой земле. А тут имеешь только наряды, которые выполняют эту работу. А здесь находятся только инструменты, которые исполняют эту работу. Благодарю тебя, Господь, за нас. Благодарю тебя за просто. Распусти нас, Пане, в покое. Распусти нас, Господь, с твоим божественным миром. Пане, те единостки твоих умилованных, счастливые до домов. Господи, сам веди вот этих вот твоих избранных, счастливо доведи их домой. Абычмы в наших сердцах, в наших домах показали то, что мы услышали. Чтобы мы в своих сердцах дома задемонстрировали все то, что мы услышали. Милость. Любовь. Бочьте Тобе хвала в чудовном имени Пана Иисуса Христа. Да будет Тебе, Господь, хваление в чудном имени Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
wieść. Nowe rzeczy nam opuszczane są. Jak dotąd nikt nie może wskazać nam. No, kto dzisiaj nam wskazuje tą drogę, bracie i siostro? Duch Święty. No, bracie i siostro, on nas wprowadza w ten nowy okres. Jak dotąd nikt nie umiał wskazać tak jasno, skąd jesteśmy, gdzie zmierzamy dziś. Bóg przez proroka nam pokazał to, co było przed początkiem. No.
myślę, że mogliśmy mieć ten czas, tą społeczność. Pan błogosławił was na waszej drodze. Mam jeszcze pozdrowienia, gdzie jeszcze będziecie. Społeczności tutaj. Pan was błogosławił, prowadzi dalej w tym słowie. Wierzę, że spotkamy się jeszcze. Amen. Was Pan błogosławił. Życzę sobie Bożego błogosławieństwa. Już jest nasza niewola zakończona.